как известно, единственное то, что я умею делать, ну, это непосредственно говно. Поэтому ваше внимание, говно. Я, конечно, не смогу так вайбово озвучивать, как это сделали непосредственно люди, которые сей шедевр, блядь, сделали на свет. Ну, это пиздец, ну, это нечто. У нас есть волки. У нас есть волки. Ну, думаю, не краще сапна. Ой, тоже. Отвертку мне взад. Может, нужно стоим на дерево? Лойс, хай Лойс, следи за шавками, бесполезный кусок дерьма. Сразу видно, отец тебя мало бил. Да-да-да, сэр. Левее, блять, бери Мудин. Да, сэр. Другой лево, курва. Не видишь, куда едешь, ослепший червяк. Там, блядь, даже аннотация. Там даже аннотация была, блядь, в другое лево. В мое время мужик мог бензин справиться с такой повозкой, который полдюжины девок. Вот так вот. Нахуй ты взялся за эту работу, Мудин? От своей сучки решил сбежать, что ли? Что же там промямлил, не думал? Ебать, озвучил охуенно, просто пиздец. Смешок. Еще не нашел. Чё? То, единственный. То не мне. Что ты? Вот так. Слышал одну байку. Мужик работал на скале. И доработался он до того, что чайки его жопу приняли за гнездо. А он и рад. Хоть какая-то компания. Хе-хе-хе. Нет, стоп. Наконец-то. Лучший ракурс. Опа. Веди от равнения. Время выиграть пожилого питона. Хе-хе-хе. Какого хуя ты, товарищ дебил? Я пытался поворачивать на секунду. Я за секунду тебя не уторву, придурок. Грязь ты подзалупная, прыщ гнойный, сорвал лучший кадр. Я не хотел. Тут я говорю, сучка. Я. Похуйня. Гадж шлепок не буду делать. Уже расплакался с лентяй. Гадж шлепок не сделаю. Нажмите F, чтобы потом не делать. У такого, как ты, женщины, не может быть. И быть не может, сори. Ты лишь патина поджопная. Что, блядь? Мелкая букашка. Бледина, что до конца своей жизни будешь жить у параши и вязать мне яйца. Вот так вот, блядь. Пизданем этого ублюдка, блядь. Распизделся до хуя. Звуки ужаса, страха, отчаяния, пиздеца. Какого? Так спокойно спила собачка, и я невкусный. Ты хочешь мне что-то дать? А, ты меня покормить меня? Нажмите F, чтобы съесть печень. Как хорошо. Это лучше, чем секс. Ну нет, показал себя старшой. Что? Вуф-вуф. Ты затвердил этого старого мопса. Теперь ты, вожак, стаи. Не слушай его, он слабоумный. Я ебанулся.
Знаешь, что нужно настоящему альфа-самцу? Сейчас бы маленькую, маленькую нецелованную. Самочку. Начинается цирковое представление. Анонс рингмастера. Мы давно ждали. И наконец-то это свершилось. Ладно, тоже свершилось. Теперь нужно уворачиваться от елей, чтобы не потерять собак. Вот так, собак и баб. Если наехать на ель, то собака убежит. Бы лучше крик Вильгельма. Это на самом деле не то, чтобы сложно, это... Хуета. Это первоклассник, блядь, от этого вернется. Это просто механика говняная. Игра, типа, как я понимаю, недоделана, там еще есть две игрушки, но вот именно это, у нее есть свой вайб. Концовка хуйня, да и черт с ним. Ну, просто прикольно. Кнопочки жмешь влево-вправо и не напрягаешься. Ну, типа, факт в том, то, что, ай, блядь. Там еще есть хорошая игра. Она мне намного больше понравилась, и про нее уже запилили до хуя кто ролики, блять. Но думаю тоже, что геймплей в ней затянется где-то на полчаса, поэтому я иду нахуй, потому что нет столько подписчиков, и сколько там надо, чтобы столько метров видео въебать на эту хуйню площадку, да и поебать. Можешь же обрезать, ну тогда будет неинтересно, можно выписать частями, но тогда вы заебетесь. Хотя кто эту хуйню будет смотреть, кроме меня и моей мамы? Ну, не знаю даже. Наверное, никто. Старшой, только не оборачивайся назад. Сейчас будет хоррор, блядь. Дедуля. Ты чё, блядь, ещё не разбился, мать? Сэр, да, сэр. Я в следующий раз это сэр. Чё ты несёшь? Это слова не мужика, сучка. Начинается хоррор-элемент, и тут уже есть ели, а есть скалы, а в которые надо мудака старого, ну вы поняли, собственно, да. Сейчас опять-то, вот, у нас волки стрелетают, если что, ну, новая обнова, нормально. Скоро вот так вот будет Люкан играться. Ну, учитывая то, как разработчики любят цеплять обновления туда. Доте только такая механика, и вот, блять, её не хватает. Вот ее вот не хватает, я считаю. И олень, нахуй, ещё. Вот, блять, хоррор-элемент пошли страшно ебать просто. Я не знаю. Нет, просто она кайфово своими диалогами ебанутыми, да и всё, блять. Больше, собственно, ничего интересного в ней нет. Блять, с одним волком пройду и хуя в шок. Ошалеть. Ну это просто, это киберспорт, я считаю. Блять, ну вот, пожалуйста. Хуйня появилась из ниоткуда. Не умираем, пока не заберем самочку или что он сказал. Ну, короче, не важно. Ну, короче говоря, мы так не подъебал старый. Типа я въебался немножко. В самый неподходящий момент, но дело в том, что у нас тут сейф не самого говняного места идет, поэтому нормис. Поэтому нормис, и да, это скорее всего ластецкая локация будет, и после нее уже этот пиздец на экране прекратится и все прочее. Вот вообще, да. Что я вообще говорю? Мне поеба. Сейчас столовки бегают. Кайфово. Зашел на 3К пока не этих волков. Это еще изи, ебать. Ладно, это не последняя локо была, вот сейчас должна быть последняя, по идее. Блять, сука. Папки! Пиздец. Вот, все. Старшой молодец, ты нашел свою принцессу. Хотя, кого я обманываю? Твой мозг решит ответить на за. Прямо сейчас мы с братьями. Пожираем тебя заживо. Вот так вот, блядь.
Вот нахуй вот так. Собственно. Вот такая вот игрушка для долбоебов. Ну, то есть я вписался в роль просто охуенно. Вот клитор у нас особая благодарность непосредственно. Ну, тут как бы Аристотель там еще был охуеть. Спасибо нашему патрону Крачан. Я не знаю, кто это, но спасибо. Вишлистите нашу игру The Hall. Конечно, ценим, блядь. Аж ёбнутый. Ценим, блядь. Вот такой вот неожиданно запил говна. Да и похуй. Я захотел, я сделаю свободный человек. Мне похуй. Да. Берегите свою психику, не играйте в это без рекомендации врача лечащего. И не покидайте свою палату больше, пожалуйста. И телесеансы, пожалуйста, только с 7 до 8, потому что врач ругается. Все, всем пока.